Так, ребята, всем привет. У нас тут Модис на пути попался. Сейчас покажу вам, что тут есть из новинок. Уже тоже, видите, школьная одежда. Такие вот блузочки, кофточки. Блузки. Сейчас покажу, сколько стоят блузки. Сейчас найду. 600 рублей. Брючки вот такие. Вот уже сразу костюм подобран. Такое вот платьишко школьное. Ну вот, пойдемте дальше, футболочки посмотрим. 500 рублей. Они как такие оверсайз, что ли, футболки. Вот. Потому что здесь, здесь еще летние. Такие вот. Красивые. Этот цвет вообще нравится. 100 рублей всего стоит. Очень красиво. Потом здесь вот сейл, распродажа. Здесь вот такие тоже всякие штучки. Ну и такие вот маечки. Сейчас подальше отодвину. Вот. Такие майки, майки. Тут внизу тоже, смотрите, маечки. Такая вот. Упала очень даже ничего. Сейчас я повешу, извиняюсь. Не вешается. Там шорты, шорты, шорты по 500 рублей. Шортики всякие. Тут что? Тут юбки, юбки, юбки. Это вязаная юбка на лето. Она очень толстая, ребят. Там что здесь? Костюмы для мальчиков. Сейчас покажу вам немножко мужской. То все по женской ходим. Вот видите, можно подобрать костюм. От 800 рублей. Сейчас посмотрим, сколько будет полностью стоить. Сейчас найду. Значит, эти 1300 шорты. Сейчас посмотрим, сколько футболка. Ну, допустим, на оранжевый, на этот же, который на витрине. И 800. 200 получается костюм. Потом там вот такие еще есть всякие футболочки, шортики. Ну, дешевле, чем Глория джинс. Такое все яркое, красивое, вообще летнее. Мне очень нравится. Красота. Такие платьишки там. Всякие летние. Тут вот такие коротенькие платьишки. 1000 рублей стоит. Ну что еще? Здесь вот тоже распродажа. Тут брюки. Брюки, здесь вот такие футболочки всякие. Вот уже кофты пошли, но почему-то на них сейл тоже. С продажи. Это кардиганы, наверное. А, нет. Толстовки. Смотрите, тоже много толстовок. 800 рублей. Были 1300, стали 800. Куртяшки. Ну, они такие вот тоненькие. Курточки. 4000 куртка. Да. Вот. Тут что? Пиджаки. Футболки по 400 рублей. Ну, такой вот Модис тут. Джинсовые всякие штучки. Посмотрите, сколько сумок. Сумки, сумки, сумки. Кепки. Шляпки. Вот обувка. 1500. Кеды 1000 стоят. Ну, были 1300, стали 1000. Вон такие кедики. С той стороны тоже что-то есть. Сейчас покажу. А с той стороны вот такие высокие уже красачи. Сейчас, ребята, еще глянем. 1500. Такие высокие. И 1700. Опять сумочки. Опять сумочки. Больше, конечно, летний вариант. Это такая вообще плащевка.
И вот это тоже такая же. Вот. В общем, такой магазин. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.